6 июня. Завершение рабочего дня. Часовая стрелка уже приближается к 18. На полупустой дороге по улице Суворова абсолютно ничего не предвещало трагедии. Однако, как показывает практика, бояться нужно не бури, а затишье перед ней. Господи, господи. У тебя этот включенный? Ну? Ты что, с ума сошел, что? А что, взять никто, никто к нам не заехал? Людей, 23-летняя девушка, находящаяся за рулем автомобиля ВАЗ-21083, не просто не обратила внимания на предупреждающие знаки, которые, кстати, сообщали ей о второстепенности улицы Малая Садовая, она была уверена, что движется по главной дороге. Такой вывод следует из слов очевидцев. В легковой сидели три девушки, за рулем 23-летняя. После аварии спросила, кто шел по главной? Кто ей дал права? В результате ДТП один пассажир автобуса КАВС, мужчина 79-го года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте. На осмотр в больницу, по данным специалистов, было доставлено 9 человек, двое из которых госпитализированы. А именно, пассажир автобуса мужчина 73-го года рождения с телесными повреждениями и сотрясением головного мозга и девушка, управлявшая восьмеркой, у которой помимо телесных повреждений открытый перелом лобной кости и ушиб головного мозга.